Antonio, eso son. Ese es три сзади, потушку вправо, три влево. Когда, Миша, когда надо, ты сделаешь, ты ей делаешь бедро. Три вправо, три влево. И мне говорит. Что, нравится? Сергей Анатольевич. А что вы сидите, не говорите? Я за корпус хотели, это как за ногу, да? Что? Вот за кимоно. Ниже пояса. Да. Все, что ниже пояса, это шире. Бросок не считается остановкой, шире. А за ногу вообще не считается. Бросок нет, нет. Первый раз. Отлично. Так, ты ему борешься или что? Артур, бой. Вообще не все, уже Нет. Нет. Хорошо. Нет.
Саня. Саня, вот там деньги бросают. Почему? Потому что на эту ногу, на правую, надо обязательно одевать щиток. Щиток не должен быть железный, пластмассовый, деревянный. Вот, пошли туда вдвоем. Хороший длинный щиток, толстая резина, поставили сюда, вам ударили, вам по барабану, как дал в ответ со всей силы. У вас не болит.
А так, конечно, будет болеть. Вот оно. Завтра не придет, скажет, что у него нога болит. Так и будет. О чем это говорит? Толстый. Нет. Здесь мат. Нет. Все, вот как была команда, сын был Вискон, этот. Все. Да все в порядке, сейчас ему. Сейчас. Значит так. Зей, конечно. Выходите, боретесь. И пол 10 очков, в базаре 7 очков. Удержание. Компетиции так. 10 секунд. 7 очков. 20. Эй! 20 секунд. 10 очков. Болевой. 10 очков, подушающий 10. 4 минуты боретесь и считаете вслух. Победитель записывается. То есть ты можешь проиграть икону, потом выиграть 2 в азаре, это будет 14-10. На настоящих соревнованиях это проигрыш, а на этих соревнованиях мне нужно, чтобы вы поборолись, больше побросали. Вопросы есть? Нет. Нет. Только сейчас я скажу по 3 пары или по 2. По 3 пары будут. 3. Давай все равно вообще-таки вонок, не чем ты это схватишься. Смотри, с тем мы исполовали все это пока. На еще. О, спасибо. О, спасибо. Вот так просто одеваешь это здесь. Не забудьте дать, а то я вам даю кимоно, брюки, а я беру там оставляю. Я должен ходить на свои брюки. Попросили меня, я должен ходить забирать. Так, Вискон, Сырбу. Бутук, Влад. Так, Истрати, Боля, Хынку, Буга. Буга, будешь бороться? Буга, Миша, с ними будешь бороться? Да. Как с Болей бороться? Наверное, за шею надо брать. Тогда он тебя будет вытаскивать шмяка. И страйки, знаешь, как с ним надо бороться? Он наклоняется и прет. С ним надо так, стоять чуть повыше, держать, показывать, что ты что-то делаешь. А из-за того, что он наклонился, он будет получать шида. Раз, два, три, свободен. Это 10-0. Так, кто там еще? Ну, с Даником сам знаешь, как бороться. Так, Маша, Якобуца, Баби. Андрюха, упираться и все. А Адам сам себя, он обязательно какую-нибудь гадость сделает и упадет, сам. Он может раз бросить, два, а потом раз сам упадет и удержание. Так, Максим, Каталин и Якобуц. Андрюха, ты там и там будешь бороться. Вытерпишь. Кто-то судья, кто-то борется, да? Две пары будут бороться. А. Две пары. Потом две пары. Так интересно, будет болеть за себя. Так, или три пары лучше ставить. Давайте по две, чтобы... По две. Так, здесь выходит бороться. Хорошо, когда команда. А давайте команду на команду. Нет, команда на команду нет, не хочу. Холодно. Все будут сидеть и замерзнуть. Значит, внимание сюда. Объяснял я вам хорошо, красиво. А потом вышел, упал, начинаешь опять бороться. До японов. Правильно? Да, лучше. Да. Вот дзюдо так дзюдо. До японов. Упал на япон, до свидания. Упал в базаре, значит, можешь бороться. Еще. Это называется бутук с сырбом. Так, бутук сырбу, Вискун свободен. А, тут мы? Сюда. Да. А там будет бороться... А там будет бороться... Машенька, я тебя прошу. Не шагу вперед, ручки согнуты. Не дави, не дави вперед, а то тукнешься головой. Так, а Баби Маша. Так. Якобуц, а еще? Идешь этот, Якобуц, идешь, судишь. Так, на том ковре борется Хынку и Страйки. Нет, извиняюсь.
И страх и боль. И страх и боль. Хэнку судишь? Хэнку судишь там. Так, здесь у нас судит Вискон. Судишь. Так, а я смотрю. Да? Еще раз. Не понял. А, Алик, значит так, берешь вставай. Так, где, закрой-ка мне дверь, пожалуйста. Так, чтобы здесь у нас слушать, да? И здесь. 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 распресс, или судьи. Хорошо? Так, чтобы это. Внимание! Нет, слушай отсюда. А то будет бросок. Да, плохо. Так, готовы? Да. Так, 3 минуты. Нет, 4 минуты. Азима! 4 минуты. А, у меня же есть это. Так. О. Так, секунду, нет. Давай. Матер, ушел.
Смысл дали. А, дали просто готовить, да. Красиво. Не помню. Не помню. Маш, я тебя убью. Поклонились, что я пришел Андрюха. Я тебя еще раз просил, это самое главное, чтобы он тебе не сделал. А, ты скоро не... Есть там оценка, да? А, в Азаре, да? Да. Время, Матэ! Матэ! Матэ, встали, заправились. Сейчас я запишу, кто победил. Значит так, Серго боролся с Бутуком. Серго 0, Бутук 7. Вернее, 7-0, да, это значит 1-0 Бутуком. Так, боролся и страхи, боли. И страхи 0, боли 10. Это со счетом 10-0, выиграл и понял. Так, боролась Маша и Абаби. Маша 0, Абаби 10. У меня нет два раза его и его. Кто тебя сказал? Это не считается. Все. Уши. Уши. На ковер выходит. Так. Катерина Якубов. Макс готовится. Макс судит. Маша, готови. Макс, убери, убери, убери это. Убери, убери. Так. Там, да, борется Швинку Буга, а здесь борется Вискун и Бутук. Готовы? Да. Разогрейся, Артем. Так, инвалиды готовы? А ну вот те инвалиды, вот пришел. Ваш ровесник, блин, и некому с ним бороться. Время. А что ты там судишь? Ты здесь судишь. Кто там? Да. Иди посуди там. Сделали? Все. Молодцы, на сегодня вы свободны. Сейчас они отойдут. Будьте внимательны. Что потом мне говорили, что я заслуживаю. Все, да? Хочу. Пошли. Судья не должен раздавать подсказывать. Когда не судишь, пожалуйста. Кстати, удержание ушел Матэ. Матэ, за кого? Матэ, снизу, бери пиво. Кто делал бросок? Начинает. И как он бросал через грудь? Андрюха защищался. Так я Андрюхе можно дать позвали, но он как-то не проконтролировал до конца. Можно дать, но можно не дать. На ноги держи, ноги держи, ноги, ногами ноги держи. Молодец. Матэ, стойку. Андрюха, ногами надо было изнутри закрыть. Матэ. До конца! Позвали. Ушел такие-то. Поднимаем стойку. Проигрываешь в зале. Влад. Выходит за тебя кто-то лично, да? Базарь, 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 баз
Виском, 10-0, поклонились, ушли. Сербов выходишь с Андреем, с Артемом. Вы просто будете. Просто еще время есть. Ну, до конца! Базарик. И держать, молодец. Считаем, Саша. А здесь? И на него. И держи. Здесь. Батер. Вот. Хорошо. Кто проиграл? Миша. Миша ушел. Саша выходит, борется. Ты. И пон. Так, Макс, выходишь, что ты не будешь. Там не пока. Да, ну говори. А, жена, пошли. Нет, ты договорись. Ноги. Да. Пошли на ваши сотки. Ты. Еще раз. Да, поехали. А тут, посиди, что-то. Боремся, боремся. А мы потом... Ай-яй-яй. Чувствуешь, что получается? Ну, как бы вышел. Я хотел. Я думал, он меня... Молодец, до конца надо делать. И души, партии. Пока он упал. До конца хорошо, молодец. Близко подошел, поэтому немножко надо чуть-чуть отойти ногами. Молодец, Андрюха. Эй, что вы разговариваете там? Матея? Кто? Матея встанет. Стоим, двигаемся. Так. Боролся. Каталин Якубов. Да? Кто выиграл? Андрей. 10-2. Ты сделал бросок, начал удержание, он ушел и проиграл 10-2. Плохо. Зря. Смотри, бросок. Удержание. Так. Дальше. Вы ушли. Боролся у нас кто там перед вами? Буга и кто? Нет, я и Коля. Нет, боролся Клинк и Буга. Кто вы? А по году так, а тут боролся Вискун, боролся с этим. Не осталось спалка с Вискуном. Вискун выиграл у Бутука. 10-0. Было два в Азаре, не 14, нет? Нет, два в Азаре, смотри, два в Азаре и пол, говорят так. В Азаре, а в Асет и пол. То есть это как чистая победа, не дается 14, а 10-0 как победа. Так, Сербо Вискун. Я проигрываю, мне надо поиграть. Сербо Вискун, так, там борется Хинко и Страйкер. Кто-то судит из вас. Здесь борешься ты, да, ты и это будет. Да, Маша судит. А, только с этого будет? Да ты выиграл его, потом мы разговариваем. Да. И дай Боже, дай Боже, упирайся, ничего не делай. И давай ему пост сделай, это самое главное. Готовы? Чем? 4 минуты. Сейчас Артем тебя... Вот он туда берет, в ту сторону и бросать надо. Плохо, плечо держишь. Держать. Значит, поворачивайся. Так и держи, все, прибежи, Маша, в стойку. А не был розарь, нет, я уже не. Ты упал на спину, какой розарь? Ты упал, полежал, потом стал его переворачивать. Нет, здесь не могу так тебе выставить. Не было четкого проброска. Ты упал, а потом стал переворачивать партию. Есть, Назарик? Было, да. С
Сербу Базарин. Сын Андрей, Кабрика. Ну, бросаешь, бросаешь эту руку. Сербу Шида. Нет. А как я когда вот тут мне подал прием? На живот. Припарил. Эй! И пол? Все, Маша выходит. Машенька, я тебе еще раз. Постаешь? Да. Держи локоть, очень хорошо локоть. Да. Оценка. Саша, не телефон. Стоп. Артур, ты что, взял и за шею тогда? А как? Хорошо, вы ушли, Саша вышел, Пастухов вышел, ты остаешься в стойке. Но, Базари, Андрей, покажи, Базари, сразу на оценку давай. Раньше стойки осталось. До свидания. Данил, один раз запусти его. Его можно как хочешь. Саша, по сухом стойке остается. Все равно выигрывает Базари. Базари, да? Да. Извините. Ну, высекает. Не надо показывать поступок. Нет, я даю, что он работает. Нет, то, что ты даешь, но если надо делать, то надо... Да. Нет, нет. Видишь, он упал больше почти грудью. Поэтому не до... на соревнованиях не дадут. Ты можешь дать. Ты можешь дать. Но на соревнованиях не дадут. Ты судья, смотри, просто на соревнования не дадут, а ты можешь дать. Тем более бросок ты меняешь. Давай, давай, Саня, Саня, через грудь разочек. Вот, вот. Отлично! Матель! Заправились. И плавно под этому. Андрей взял бросок? Андрей, вам помочь здесь? Да. Вы в шоке, да? Мы договорили. Красивый был бросок? Камера нормально будет? Хорошо. Так, там кто боролся? Ты в твою страйке? Нет, там. Еще раз. Нет. Нет. До Пастухова кто боролся? Я. И страйки, и хрюки там. Ой, да? Правильно? Да. Сейчас. А страйки 10-0. Так. Ты и страйки. 10. Так, здесь ты боролся. С Якобуц и с Машей. Нет, первый с кем боролся? Якобуц. Ты выиграл. Баба с Машей не считается, как более все, подними, все. Так, Сэмбо Бескун выиграл Сэмбо? Да. Молодец. А если у меня и у всех по одному баллу, что? Значит, я победитель. А, давайте еще по одному. Так у меня еще в базаре не считается 17 баллов. Нет, так вы сказали, что только по одному баллу по дзюдо. Нет, ну вы же слышали, что я все принял. Как по дзюдо вот так считаю?
Молодец, Денис, я извиняюсь, больше так не буду делать. Так. И страйки сюда. Так, Буга, Хэнку боролись? Да, Буга, Хэнку, да. Боролись. А где у нас этот Сашенька? Сашенька, иди, ты с кем? С Хэнку боролся? Боролся. С Хэнку боролся? Нет. Нет, Хэнку, Буга, а ты сюда разберись. Так, здесь... Якоборск? Нет, Максим, да, Петерин. Максим Петерин. Сергей Анатольевич. Автомат, да. Вы сказали, ты Буга, я с ним поборолся. А кто тебе сказал? Я сказал Буга. Боря. И ты. Готовы? Джимэ, значит, у вас еще складки есть, у вас еще. Кто выигрывает меня, тут выигрывает. Да, если чем, то... Когда ты торт ставишь? Если не выигрывать, то нет. Если у меня выигрывает. Руку снизу поставь и все. Вверх поставь. Поставил снизу, сейчас подсекешь, он упадет и руку выставишь. Тебе, Пастухов. Снизу руку взял и все. Оп, показал сзади, высек, показал сзади. Вот и все. Ничего, пусть не падает, да. Просто, когда будешь доводить, смотри, чтобы руку выйти. Опять снизу. Наклониться к двери. Болевой стоит. Молодец. Да. Вот так. Так, Артур, возьми Пастухову и сделай 10 раз через бедро. Быстро. Дайте ей лучше что-то другое сделать. Да. Все. Иди сделай Артему 10 кругов. Хорошо бедро делать, не надо переднее. Бедро. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Еще три броска. Девять. Еще один. 10. Пошел. Поднимай стойку там. Миша, поднимай стойку. Вот так. Отлично. Давай. Бороться. Саня. Что ты все плавки поправляешь? Давай, блин, Саня! Так, ты бросил его или нет? Нет. Главное, чтобы он руку снизу не взял. Только снизу бери руку, подмышку и подсечка бедро сзади. Подсечка бедро сзади. Но видишь, ноги крестит. Ногу скрестил, раз, то все. Он убрал ногу, раз, то сзади. Я просто не верь, подсечки делай. Я больше не дам. Куля! Куля? А можно? Да, куля! Стойку! Пошел! Вот он уже умирает! Ну, Даня, бросай, что ты ходишь, блин? Все время держи его! На краю держи, Макс! Все время на краю держи! Получишь! Ты шире свободен. Вот. Ты выталкиваешь. Нужно теснить. Взял потихонечку. Вытащил. Пошел уже. Ты взял и вдруг начал. То есть это уже не борцовский приезд. Давай Крепу. Давай, Саня. Где ваши коронные броски? Следующий ушел Марс. Леско, Сергу, выйдите, пожалуйста, сядьте сюда. Там, выше руки. Хорошо, мастер, ух! Ну делай переднюю парашку с вонением! Я так.
Как ты держишь левую руку? Левую непонятно как. Сбивай его руку и влезай. Руку. И держи. Короны. Ой, короны. Болевую. Я смотрю, болевую локоть просто возьми. Садись, садись на него, садись, садись, чтобы перенести. Садись, садись, пока не сделаешь, садись. Хорошо, просунь, просунь, где локоть, просунь дальше, просунь дальше, возьми рукой за отворот. Вот эту руку за свой отворот. Сам за свой отворот. Вот. Я уже не понял. А ты? Таня. Так, поток к сырму приготовились. Так, перед этим боролся. Я и есть. Ты рисунок, я записал. Здесь. Пинко. Боли. Какой счет у них? 0-0, значит оба дисквалифицированы. 0-0, так и пишут. Хинту 0 и боли 0. 2-0. Так, Буга и Страйки. А, здесь боролся Макс и кто? Максим и Кателин. Кто выиграл? Кателин, да, 10-0. 10-0. Так, осталась встреча Максим Якубов. Ты сейчас боролся, Макс? Да. Да, отдыхаешь. А, да. Выходи. Да. Так. Сань, у тебя здоровье, вагон. Мишка, перейди сюда. А, Саш, поговорите, пожалуйста. С Артуром. Давай, Саша! А потому что если он с Мишей борется, он ослабленно борется. А он давай общаться, я его с Мишей канал. А так, он вышел, все, у него мандраж уже по коже. Не, мандража у него нет. Че? Эй, судьи! Бесков! Хейко! Что там делаешь? Поставил палец. Да. Задницу? Да. А, в этот? Ой, да пошел, знаешь, не знаю. И до конца, либо руку душаешься. Нет, это яйца нормально. Да, да. Яйца. Перевод не разговаривай. Болевой надо делать. Матей, команда. Ну ты что, Саня? Понимаю, что ты не так, да? Видишь, Саша ничего не умеет. Видишь, он что это за разговор? Нет. Сергей Анатольевич, что это за разговор? Раз, Артур. Два. Ком? Пацанья? Бог все равно. Пастухов. Бутук. Сделай ему 10 бросов. Давай. Сырву готовься, пойдешь. Раз. Стенеса. Два. А? Стенеса. Три. Пастухов. Три. Шесть. Что кидать? Семь. 8. 9. Потом бутылку здесь. Все, бутылку ушел, а ты борешься. Бога, что это за разговоры? Раз. До конца, до конца. Вместе с ним надо было идти. Со стороны листа.
Есть, но не его. А что? Базарь. 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 Кто сказал ничего? Маша. А, здесь? Раз. А, стоп, стоп. Да. Ну, Проигрываешь, да? О, красавчик! Ноги близко держишь. Матуарей! Что там? Дарик, не слышу. Штаты держали? Ну, он не на спине. А, нет. Ноги скрестил? Ноги. Да, все. Я вижу сын. Душа, подожди. Душа, пойду. Слышишь, душа здесь еще нет. Есть движение какое-то? Если нет, то... Есть, мате. Мате. Что, он сдался? Есть, да, он сдался. Жопа, все, молодец. Так, Саша ушел. Это, Хельку вышел. Стойку поднимает? Да. Так, бутылку песком приготовили. Это нам антросы. А что дальше? Ну? Базарь. Пошел в базарь. Израильская бабушка. Что-что? Это Google сделал базарь. Да. Базарь, базарь, базарь. А ты? Не мои гости. Требуется вечерзера базаре, не кука. Нет, вот сделал. Как он, если он упал? Ой, да, блядь, вот какой он сделал. Он сделал, стал поворачивать. А ты упал. Так не играй тролли. Он же бросок, можно делать бросок по день, можно нет. Он подтянул руку, стал повернуться переднюю подножку с падением, ты подождал, он перевернул. Нет, ну это базарь, базарь тише. Поклонились, лучше ушел. Так, Андрюха, выходи. Андрюха, выходи. Вот, стоп, Мате! Стали стойку! Андрюха, Артем, поклонились, ушли. Виском, пожалуйста, вот тут. Перед этим боролся с Сырбу Виском, выиграл Сырбу. Сырбу Бутук. А ты с ним боролся, да? Ты выиграл. Хорошо. Так, Артур выиграл, да, там? Да. Уборь, да? Уборь. Красавец. Поклонились, ушли. А что, так. А я два до конца, нет? А? Мне бороться до конца или нет? Нет, все, вы сейчас уходите. Этот, да, ну, Маша, ты дари сюда. Что ты хочешь? Ударился немножко, да? Когда вставал с этого. Да. Когда вставал с стула. Готовы? Сергей Анатольевич, я тут. Кто из них выиграет, у меня будет семифинал. Сейчас. Маша, иди сюда. Сюда. Маш, перешел туда. Маша, ты пойдешь с победителем. Хорошо? Готовы? Ждем! Сергей, если кто из них выиграет? Если выигрывает Виском, у нас финал. А если бы тут-то тоже, у него один балл, у меня два. У всех по одному. Базаре. Набок базаре. Этот бросок не считается. С колен. Андрей Шилов, да? Давай. Базаре. Адже. Мате. Берешь очень далеко. Ну, здесь тут есть, базарь. Я еще с кем-то буду бороться. Да. Со мной. Делать, не отпускать. Сашенька, посмотри так. Макс, стойку, Макс, стойку. Не давай ему поле.
Берешь очень дорого. Вот, вот хороший заклад. Отвороты здесь. Вот, вот тут хороший заклад. Отлично. Вот так и ничего не отпускаешь. Ничего не сделаешь. Только снизу ставишь этот заклад. Еще раз. Далеко, без что, значит, вот. Макс? Да. Так покажи сюда. Макс, ты пол сделал? Да. Все, поклонились, свободно. Компенсии, так, Макс, здесь судишь. Я пока там. Маша, Катерин. Маша, Катерин. Туда. Маша, я Мари базарь. Считай, считай. Все, все, остался. Все, встали. Матрес. Так, ты остаешься, ты уходишь. Я здесь. Иди сюда, встань сюда. Ты его, Боря, там судишь. Ты его должен бросить. Ты только защищаешься. Все, Ася, только защищаешься. Его задача тебя бросить, а ты только защищаешься. Я тебе скажу, что можно делать. Хорошо. Нет оценки, есть удушающий. Сырму посмотри, что рана там. На лицо не давит, Андрей? Нет, не давит. Все, типом? Вон, молодец, листун, поклонились. Поклонились, листун, берешь тот типово. 10 бросков, 8. Только бедро не надо еще придумывать. Раз. Два. Давай. Руку снизу поставь. Поставь руку снизу. Подмышку поставь. Да, тебе дам. Только. Еще один. Да. Пошел, цирку. Так я был с ним. Был? У меня скоро схватка с бестуном. А, да, хорошо. Боря? Поступово. Бегом, бегом. Почему я? Давай, бегом. Я бы радовался, Боря. Стой, попаду. Кенку, да, суди, мой царь мой. Стой. Стой. Стой, приемоте. Давай. Мельницу делай. Берет эту мельницу, эту. Давай, Маша, давай. До конца! До конца! Сергей, ты сейчас остались только финалы, чтобы было интереснее. Молодец, ну отлично. Посчитайте, и пусть только кто остался финал. Давай, Макс, ты нападаешь. Оценки есть, Даня? Одна первая, я вижу, если попросил. Так это не оценка. Дайте я пошу. Оценки? Давай. Ты. Отлично. Молодец. Саня, что с ногами? Что с ногами творится? Стоишь такой в ногах, поэтому чуть не падаешь. Осталась минута. Давай, Макс. Мочи его. Влезай, ты просто ходишь. Япон. Молодец, Каталин. Со счетом 10-0 выиграл Бультян. Все, ушли. Отлично. Таня, какая красивая страховка. Бесценная просто. Подходить нельзя. А это был Япон Саня.
Это Саня очень не упала, бросил на тело. Саня, ты рад? Очень. Крести и бежи. Матэн. Поклонились. Саня. Так, у нас так. Вискон выиграл, Сербу выиграл. Это не весь финал. Да. А давайте на весь ковер. Да, сейчас на весь. Надо на весь. Так, дальше. Значит, у нас Истрати борется Буга 0, Пинку 0. Истрати в финале будет бороться с Бутков. Хынку же выиграть. Пойдем, ты читал. Так, у этих 2-0. А Буга, ты не боролся с этим? Нет. Иди вперед. Кто выиграет, тот и чемпион. Более. Чемпион. Вот сюда, пожалуйста, встаньте. Давайте по две, по две. Готовы? Итак, за приз боремся. За приз. За призовку. Так, Даник, ты хорошо судишь. Этот, я не буду судить. Нет, нет, там, там. Он ошибается, но он зато судит громко и не слышит, а то... Он. Готовы? Время. Так, Пастухов куда? Возьми крышку. Да. Задумал мне, что он выталкивает. Команды не было. Ёши, продолжайте бороться. Ёши. Ёши, давайте бориться. Маша, пишу. Ёши. Это где ты здесь? Давай, давай дальше, мочи его. Видишь, как он делает, да? Вот так и ты делаешь его. Мате? Мате. Там лицо берет, поэтому... Давайте, вот финал. Влад, ты судишь? Да. Паша, как здесь какой пожалуйста? Отдаешь захват, улетишь сейчас. Нет. Полно таз. И руку. И руку. И рука. Смотри. А кому не надо спускать, или оно как бы не прибавит. Какой-то прием сейчас уже в Ссылки еще нет. Поближе захват. Руку очень низко берешь. По возможности. Чуть повыше. Оба шида получаете, пацаны. Три шида я вас снимаю. И раз сверху забежал, показал удержание. Все, отпустил. Ноги, Андрей, ноги, крестишь. Ты же двумя руками. Послушай этот Пастухов по всем двумя. Лежал. Не выставил. Нет. Миша, он взял поезд, ты сейчас улетишь, смотри. Не, не делай! Не садись на колени, а делай. Базарик. Уно. Два. Три.
Так, двумя руками за шею. Так вы же сказали, двумя руками за шею. Я сужу, что ли? Нет. Тем более от брюха. Я отсюда не вижу. Ну, класса, снежку номер. Ну, да. Да. Да, ну, Андрюша, поклонись, пожалуйста. Я поклоню. Антон! Так, Матвей, Артём, Матвей. Так, все сели. Макс, Катерин сюда. Макс, Катерин. Якобуц. Вы туда, финал. Так, кто там сидит? Бугис? Нет, Буга нормально. Боль. Перейдите туда. Вы, перейдите туда. Артём, сюда. Александр Боля. Прошу вас. Да, помощь, да. Так, кто здесь судит у меня? Мишенька, посуди. Денис, посуди, или Влада купили. Ссылку подтвердил. Внимание! Финал! Чемпионат мира! За первое место, второго нет. Купон. Ну что можно ожидать, если тебя взяли за пояс? Что? Поклонились? Оставить. Я как будто ушел. Иди сюда, Мишенька, иди туда. Эй, останься. Я? Да, вот тебе Миша. Выиграешь, получишь первый раунд. Проиграешь, ничего не получишь. Даник, посуди здесь. Базари. Катерин Назарин. Туда ногу дал. Да, давай смену. Красавец.